С вами снова МОТМ. Я веду свой репортаж с выставки МОТОВЕСНА с кастом зоны. Хотел бы показать, как организована вся кастом зона. Есть бордюрчики деревянные, стружка деревянная, и мотоциклы стоят в форме звезды. Поэтому их очень удобно фотографировать, видно, и не очень хочется лезть в стружку. То есть просто, грамотно и профессионально. Ну и мотоциклов, конечно, здесь очень много. Свет очень отличный, мотоциклы видно очень хорошо. И мотоциклы сделаны неплохо с разных регионов и с разных стран к нам приехали, ну, в Москву, на МОТОВЕСНУ, Дмитрию Хитрову. Вот некоторые мотоциклы мы узнаем, они были на Имисе, и там что-то даже заняли. РЕН-ТВ снимает. Тут есть и питерские мотоциклы, известные. Путешественник Гризли заказал в рок-гараже мотоцикл у графа. Вот он такой мотоцикл построил. Удивляет своей величиной всех москвичей. Вон наши друзья-кастомайзеры, которые у нас на выставке Harley Davidson выступали. Тоже показывали эти свои мотоциклы. Но у них отдельный стенд. Так что добро пожаловать на МОТОВЕСНУ.